Здравствуйте всем, вы на канале Стрепуха. Сегодня готовим творожный пирог, простую и вкусную выпечку к чаю в мультиварке. Тесто для пирога готовится на основе творога и яиц. Ингредиенты, соответственно. Творог в количестве 500 грамм, яйцо 5 штук. Если вы любитель взвешивать, то должно быть 250 грамм. Один апельсин. Сахар 50 грамм, 2 столовые ложки. Мука пшеничная 40 грамм, 2 столовые ложки, большие, с горкой. Сливочное масло для смазывания чаши мультиварки 10 грамм. Соль по вкусу. Белки отделяем от желтков. Белки нужно теперь взбить, добавив соль. Если вы подложите под емкость полотенце, емкость не будет гулять. Взбиваем до устойчивой пены. Мне сегодня потребовалось всего 5 минут, но в среднем этот процесс занимает до 8 минут, при условии, что белки теплые. При условии, что белки теплые и что в белки добавлена соль. Не пренебрегайте этим моментом, потому что иначе он будет не пышный. Так, ладно, это приготовили, убираем. Так, теперь приступаем к творогу. Пену, белки яичные отложили. В творог добавляем 6 яичных желтков. Ой, какие они красивые. Один, правда, лимонный. 50 грамм сахара. И 40 грамм пшеничной муки. Все перемешиваю, но уже вот такой насадкой. Начинаю на низкой скорости. Творог нужно брать жирностью не менее 9%. Если вы перемешиваете руками, то перед тем, как перемешивать творог, его лучше протереть через сито, чтобы он был пышнее. Я хозяйка бережливая, поэтому тщательно очищаю венчик лопаткой. Теперь в эту массу вводим взбитые белки. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Так, теперь нужно почистить апельсин. Корки можете не выкидывать, они хорошо в чай. Теперь нужно нарезать тоненькими кружочками, ну, постараться не более 3 миллиметров. Да, нож тупой. Сейчас пойду. Так, вот этот подойдет. О, совсем другое дело. Отличный апельсин. Теперь нужно обязательно удалить косточки, потому что если вы их оставите, он будет горчить. Все, мне этого достаточно. Тут всего одна косточка получается. Ой, какой аромат! Если вы делаете этот пирог летом, то еще добавляю я клубнику. Теперь чашу мультиварки нужно смазать сливочным маслом. Донышко и немножко бока, потому что он поднимется. Выкладываем на дно чаши мультиварки половину творожной массы. Ну так, навскидку. Аккуратно разровнять лопаткой и выложить по всей поверхности нарезанный апельсин. Очень хорошо, повторюсь, летом еще дополняет этот тандем клубника. Ну все. Наверное, больше не буду пихать. Достаточно. И поверх апельсина выкладываем оставшуюся творожную массу. Помогаем выкладывать с помощью силиконовой лопатки. Помещаю чашу в емкость мультиварки. Закрываем крышкой.
Клапан установить в положении открыть. Возьмем вот так вот, да? Нажимаем кнопку выпечка. И положением кнопок плюс-минус устанавливаем время 25 минут. 25 минут. Автоподогрев выключаем. Готовим до завершения программы. Когда мультиварка пропикает, сразу перекладывать пирог не нужно, потому что он будет ломаться кусками. Просто откройте крышку и накройте мультиварку полотенцем. После того, как она постоит немножко в таком состоянии, убираете ее полотенце и перекладываете на тарелку. Я это делаю с помощью вот такой вставки для пароварки. Достаем чашу. Подготавливаем сразу тарелку. В чашу опускаем емкость для пароварки. Ну, для приготовления блюд на пару, она входит в состав любой мультиварки. И вот так вот переворачиваем. Потом вот так вот аккуратно перекладываем. Что-то сахарной пудры у нас нет. Кто это у нас тут? Пустая мне. У меня полная была. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Ну, он такой пирог, не пирог. Он по форме, вернее, по консистенции больше всего напоминает кекс. У него такая очень нежная, пористая структура. Он теплый, впитывает сахарную пудру. Можно украсить любыми ягодами. Очень вкусный простой рецепт запеканки из творога, именуемый кекс, творожный пирог. Можно приготовить как в мультиварке, так и в духовке. С вами была Эльмира. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я желаю вам всего самого доброго. Режем треугольничком, как сказал оператор. Посмотрите, какой он нежный.